День Конституции. День Конституции, как перенесли? Ой, не знаю даже. А, День Советской Конституции, точно. 12 июля День Независимости, правильно? Все перепутали. День Конституции, наверное. День Конституции. Ой, я уже забыл. Ну, День Независимости. Ой, 12 декабря – это большой праздник государственный. А как называется, точно не помню. Раньше, мне кажется, День Конституции. Про президента, про права гражданина, что там еще, про федерации наши, еще много всего чего. Права людей, которые не соблюдаются, что там можно написать? Каждый гражданин имеет право. Права и обязанности. Права и обязанности. Закон, основной закон государства. Ну, вообще, как бы закон это... Люди жили. Мир надо на земле, мир. Ну, там права эти, наши человеки, людские. Все описано, вся наша жизнь, все законы, все. Должны жить по Конституции, я так считаю. Да не, я бы ничего не добавляла. Мне нормально и так. Для защиты людей наш, тем более на севере, которые живут. Ну, наверное, все-таки разрешить казнь. Недра принадлежат народу. Добавить, чтобы мы жили получше, чтобы не так вот, чтобы люди понимали друг друга, чтобы у нас все, и на Украине, чтобы не было войны. Слишком много там добавлено, и добавляют каждый год, убирают, поэтому я не знаю, не в состоянии. Ой, я добавила бы жесткости, потому что у нас какие-то законы, вроде бы их много, и вроде бы, говорят, работают, но на деле, когда коснешься, далеко не так.